В рамках реализации федерального закона о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации в Подмосковье прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям. В ходе акции к правозащитникам поступило около 700 обращений. Подводя итоги, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова подчеркнула, что детей и родителей информировали не только о правах и свободах, но и об ответственности за совершение противоправных деяний. Около 15 тысяч жителей региона успели принять участие в просветительской акции. Редактор